Герои. Герои в истории человечества были всегда. Настоящие и фальшивые, заслуженные и надутые. Те, которых сначала славили, а потом разоблачали, сначала почитали, а потом проклинали. Именами этих героев наполнены энциклопедии и учебники истории. О них пишут книги, слагают стихи. О них снимают фильмы. Или наоборот, делают все возможное, чтобы никто и никогда о них больше не вспомнил. Но есть другие герои. Они не только непопулярны, более того, в лучшем случае забыты, а в худшем вообще неизвестны. И то правда. Кто знает, например, имена Гедеона и Неемии, Иосифа и Даниила, Иова и Мардохея? Памятников этим героям вы точно не найдете ни в одном цивилизованном городе мира. Их имен нет в списке 28 панфиловцев, и вряд ли простой обыватель с первого раза, без того, чтобы заглянуть во всеведущую энциклопедию, с первого раза сможет ответить, кто это вообще такие. А между тем это и есть настоящие герои. И знаете почему? Потому что имена их, равно как и их подвиг, отмечены на страницах вечной Библии. Она, эта книга, не менее будет значима в Царстве Небесном, потому что слово «Твое», мы читаем в Библии, пребывает вечно. И на этих страницах мы находим имена этих героев, которые будут сиять, как светило на тверди, как звезды вовеки навсегда. Об одном из таких героев и пойдет сегодня речь. Давайте вместе прочтем повествование о едва ли не самом таинственном и необыкновенном человеке, и попытаемся понять причины, по которым Господь поднял его на весьма высокий пьедестал. История эта записана в 11 главе Евангелия от Матфея. 11 глава Евангелия от Матфея мы прочитаем сначала. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в города их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы слышали и что видите? Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народам Иоанне: „Что смотрели? Смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Так что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: „Се я посылаю агнца моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“.
Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Герой веры – это не тот, кто демонстрирует знамения и чудеса, сводит огонь с неба или творит великие дела. Герой веры – это тот, кто в смирении принял и исполнил волю Божью вопреки своей собственной воле. Итак, кто же такой Иоанн Креститель и почему Господь поднял его на такое высокое место и назвал героем веры? Я предлагаю обратить внимание на три сферы жизни пророка и попытаться не только понять, но увидеть, в чем же заключается геройство веры этого человека, этого пророка, и воздать славу Богу за его подвиг. Прежде всего, обращает на себя внимание его подвиг в убеждениях. Что нам известно об Иоанне Крестителе? Согласитесь, не очень много. Иногда мне кажется, что библейское повествование неоправданно мало уделяет внимания этому человеку. Все же это весьма яркая личность, оставившая весьма глубокий след в истории христианства. И если бы немного постараться, то можно было его жизнь описать в более ярких красках. И даже я, скромный редактор газеты, если бы мне доверил Иисус Христос описание жизни этого человека, постаравшись, смог бы сделать это описание намного более ярким. Вместо этого, вместо красочной истории, нашему взору предлагается максимально сухой текст, повествующий о человеке, который, читаем, носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный, а пища его были акриды и дикий мед. А между тем это и есть геройство. Ведь только тот факт, что где он родился, в какой семье, то есть и как он родился, со знамениями и чудесами, как это случилось? Все эти факты говорят о том, что он мог пойти совершенно другим путем. Бог через ангела задолго до его рождения сказал, что он будет велик пред Господом. Послушайте, ангел сказал задолго до его рождения, что он будет велик пред Господом, и многие о рождении его возрадуются. Скажите, о ком из вас, включая меня самого, ангел перед рождением что-то подобное говорил? А о нем это было сказано. Но величие его заключалось не в том, что люди кланялись ему в ноги, одаривали подарками или выкрикивали какие-то словословия. Его призвание обнаруживалось в том, что рука Господа была с ним. Стиль его одежды был весьма прост. Нет, это не имидж, выбранный человеком, который хочет стать знаменитым. Сейчас, знаете, знаменитые люди, которые на виду у публики, выбирают себе какой-то имидж и намеренно стиль одежды. Сегодня очень модно, например, носить порванные джинсы, которые порванными уже продаются в магазине. Иоанн Креститель был не таким. Его скромность в одежде не была выбранным имиджем. Его одежда была призвана подчеркнуть его презрение ко всему земному. Его убежденность в том, что все земное – ничто.
лишь только те сокровища, которые собраны на небесах, имеют настоящую ценность. Именно об этом была его проповедь. Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Ибо он тот, говорил он о Христе, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, вернее, Христос о нем свидетельствовал: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». И весь его путь, вся его жизнь, выбранный стиль в жизни, в питании, в пище, в одежде, во всем свидетельствовало о том, что он проповедовал о жизни вечной. По сути, это была революция. Этот человек предлагал перевернуть в сознании людей все представления о Боге. В то время, когда все было сконцентрировано на правильном исполнении закона, он дерзнул обратить внимание на личные отношения с Богом. В то время, когда было достаточно принести какую-то жертву, исполнить номинальные какие-то сводки закона, формальное поклонение Богу, этот человек предложил, по сути, революцию. Он говорил, что главное – это отношение с Богом. «И не думайте, – говорит он, – назвать себя детьми Авраамовы, достойный плод покаяния, вот чего ожидает от вас Господь». Это он говорил тем, кто тщательно других в современном варианте ставили свечи, поклонялись иконам. Этих людей он призвал к личным отношениям к Богу, к личному познанию Иисуса Христа, как того, кто дарует жизнь и жизнь вечную. Наверное. Наверное, были люди, которые над ним смеялись: что это за чудище такое, посмотрите его, что он одет, чем он питается, где он живет, вообще выбрал место не очень подходящее в пустыне, вздумал проповедовать, но другие шли к нему. Возможно, я скажу неожиданную вещь сейчас, но всякий, кто решится проповедовать чистое Слово Божие, столкнется с подобным отношением и к себе самому, и к слову, которое он проповедует. Послушайте, что говорит по этому поводу апостол Павел, 1 Коринфянам 4 глава 4:8. В современном переводе этот текст звучит так: «Потому что мне кажется, что Бог выставил нас, апостолов, как последних из людей, как осужденных на смертную казнь, на всеобщее обозрение, мы стали зрелищем для мира, для ангелов и для людей. Мы стали глупцами ради Христа. И одним из таких глупцов ради Христа был Иоанн Креститель, герой веры. Таким образом, верность своим убеждениям потребовала от него настоящего геройства. Кроме этого, он явил подвиг в практике жизни. Не только в своих убеждениях, не только в своей проповеди, но и в практике жизни». Почему слова его были наполнены такой силой? Почему от слов его люди шли, имели горячее желание принять от него крещение? Потому что, во-первых, он жил так, как проповедовал. Согласитесь. Согласитесь, трудно поверить проповеднику, который призывает слушателей своих в Царство Небесное, а вся его практика жизни просто кричит о том, что он собирается здесь, на земле, жить вечно. Его слово не сходится с практикой его жизни. Иоанн не был таким. Одежда из верблюжьего волоса,
Вот вам и весь дизайн. И еще пояс кожаный. Этот человек поистине жил идеей о Царстве Небесном. Он в него по-настоящему верил. Это не было для него служение или проект, или выбранная профессия. Он жил этим, его жизнь была наполнена идеей о Царстве Небесном. И он жил так, как проповедовал. Возможно, мы склонны думать, что это тогда были люди такие, сейчас таких нет. Осмелюсь попытаться вас разуверить. У меня был друг, он уже в вечности. Так вот, его в служении поддерживал человек, американец, который имел участок большой, я не знаю, по наследству от родителей. Он ему достался или он приобрел его когда-то в кредит. И этот участок – большое поле. И представляете, на этом поле нашли нефть. Поставили там вышку нефтяную. И пока он сидел в церкви и поклонялся, эта вышка качала и приносила ему миллионы. И знаете, какие он слова сказал? В моей жизни я боюсь одного, чтобы когда я умру, на моем расчетном счету в банке остался хотя бы $1. Все, что качала эта вышка, он отдавал нуждающимся и спонсировал проповедь Евангелия. Представляете, каким страхом может жить человек, у которого неограниченные возможности для получения удовольствия, который ничего не должен делать для того, чтобы быть богатым, он боится, чтобы в момент смерти на его счету остался хотя бы $1. Иоанны крестители, которые и живут так, как проповедуют, есть и в наше время. Во-вторых, то, что мы видим в служении Иоанна Крестителя, было то, что за свое служение этот пророк ничего не ожидал взамен от Господа. Я ловлю себя на мысли, что если я тружусь, если я посвящаю свое время и силы, свои возможности Господу, то как минимум я должен ожидать что-то от Него взамен. Мне хочется, чтобы моя проповедь доходила до людей, и наша церковь росла, таким образом пожинали уже здесь какие-то плоды. И мы говорим, Господь отвечает на наши молитвы, Он благословляет наш труд. Иоанн Креститель ничего не ожидал взамен, он просто трудился. Он был другим. В практике жизни он не шел ни на какие компромиссы для того, чтобы получить какие-то привилегии в этой жизни, получить что-то взамен на свою верность Богу. Он был принципиален даже тогда, когда это стоило ему свободы. Он не отошел от своих убеждений и проявил геройство даже тогда, когда это стоило ему всей жизни. В результате, читая сегодня это повествование, мы обнаруживаем этого пророка Божьего нигде в другом месте, как в темнице. Вот, кажется, и вся награда за труд. Вот тебе и все плоды твоего труда. Обратите внимание, что в этом положении он не напоминает о своей звездности. Вы еще помните, с чего мы начали? О том, что ангел до его рождения сказал, что он будет велик. И в этом месте, тогда, когда по стенам течет сырость и вода,
когда он не может сесть на пол, потому что там стоит вода. Это камера такая. И бегают крысы, может быть, вокруг. Он мог бы напомнить Господу: «Господь, а ты еще помнишь, что было сказано обо мне перед рождением?» Ангел приходил и свидетельствовал. Иоанн не сетует на все ухудшающееся положение, условия жизни и все более невыносимые обстоятельства его жизни. Он не задается вопросом, будет ли вообще предел моим страданиям. Господь, когда это кончится? Он просто верит и смиряет себя во имя реализации воли Божьей. Он туда направлен, он хочет исполнить. Он живет желанием исполнения воли Божьей. Наконец, третье. Иоанн Креститель проявил геройство не только в своих убеждениях, оказался героем не только в практике своей жизни, невероятно, но этот человек совершает подвиг даже в своих сомнениях. Все можно понять. Аскетический образ жизни в пустыне, акриды. Знаете, что такое акриды? Саранча. Саранча на завтрак, на обед и на ужин. Можно понять осуждение, насмешки людей. Заключение в тюрьму, в конце концов, все это можно понять. Ну, хоть какой-то сигнал от Господа он был бы вправе ожидать. Хоть какой-то намек, хоть капельку внимания. Но тишина в камере. И в душу закрадывается сомнение. Обратите внимание, братья и сестры, что со своими искушениями сатана приходит всегда в тот момент, когда человек абсолютно истощен физически. Вы помните, что когда Иисус Христос, наш Спаситель, пребывал в 40-дневном посте, сатана пришел к нему не сразу, в первый или второй день, или в первую неделю. По истечению 40 дней, когда физически Господь был истощен, вот тогда он пришел. Потому что он знает, в здоровом теле здоровый дух. Когда человек напитан, хорошо отдохнул, когда у него условия хорошие, он имеет силы для противодействия, но тогда, когда сил больше не осталось, вот тогда он приходит с искушениями сатана. В такую камеру к униженному, изможденному Иоанну Крестителю пришли сомнения. А к вам бы не пришли? Попытаемся представить себя на его месте. Удивительно, что не получив никаких подтверждений своей веры, он задается вопросом: «Ты ли тот? Ты ли тот, в которого я верю? Или нам ждать другого? Почему, Господь, тут, где я страдаю, ты не дашь мне хоть какой-то знак, передашь привет и скажешь: „Я с тобой, Иоанн, я держу тебя за правую руку, ты верен мне, оставайся верным“?» Он искал хоть какой-то робкой поддержки. «Господи, я перекрестил половину Израиля, отказался от всего ради тебя, и теперь смерть дышит в мое лицо. Скажи мне, ты ли тот?» Это тот самый человек, который, увидев идущего к нему Иисуса, четко, ясно и твердо заявил: «Вот Агнец Божий!» В нем не было сомнений. Знаете, друзья,
Геройство Иоанна даже не в том, или не столько в том, что в сомнениях он обратился ко Христу за разъяснениями. Настоящее геройство, на мой взгляд, заключается в том, что он не получил четкого и ясного ответа на свой вопрос. И даже после этого остался верным Господу. Он был героем в своих убеждениях, он явил подвиг в своем образе жизни и даже в своих робких сомнениях он остался героем. Ответ на этот вопрос Иоанн получил уже там. И тогда, когда дочь Иродиады на блюде несла его голову, он уже точно знал, что это тот, в которого он верил. В тот момент, когда после удара меча закрылись его глаза, в этот же самый миг они открылись там, в том месте, о той отчизне дорогой, которой пели сегодня дети. Это подвиг веры. Но для этого нужно было устоять в своем уповании, устоять до конца. Вот почему он назван наибольшим из рожденных женами. Мы видим много героев в Библии. Иосиф прошел через предательство и рабство. Даниил побывал в львином рве. Моисей знал, на что способен фараон в своем гневе. Иов, наконец, прошел через горнило испытаний, но все они пожали благодатный урожай. Как говорить модно сегодня, хэппи-энд, счастливое окончание было у всех этих историй. Они увидели плоды своей верности Богу. И лишь только Иоанн Креститель во всей этой плеяде героев веры стоит особенно высоко. Его вера запредельна. Его верность не поддается осмыслению. Он ушел в вечность, не получив ясного ответа, кроме разве намека «Блажен, кто не соблазнится о мне». Пророк в буквальном смысле воплотил призыв Господа: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Герой веры – это не тот, кто демонстрирует знамения и чудеса, сводит огонь с неба или творит великие дела. Герой веры – это тот, кто в смирении принял и исполнил волю Божью вопреки своей собственной воле. Пусть подвиг веры Иоанна Крестителя вдохновит сегодня каждого из нас быть верными, возможно, даже до подвига веры. Верными нашему Господу Иисусу Христу, потому что только Он достоин и почета, и поклонения, и нашей славы. Аминь. Помолимся Господу.